Мне доставили. Я сейчас забрал из офиса СДЭК. Гравитационные ботинки. Или инверсионные ботинки. Ну, короче, крутое название. На самом деле это крюки для ног. Ну, такая фигня, которая крепится на ноги, типа ножные браслеты с крюками, чтобы можно было висеть на турнике вниз головой. Взял их, потому что у меня болит спина, болит поясница. И я много где нашел, прочитал, что это типа круто, полезно. Короче, вытягивает позвоночник, проходят всякие боли, грыжи. Короче, вот как это выглядит. Какая-то... Ну, как что-то, наверное, из БДСМ, я не знаю. Что-то такое жесткое, кожаное, черное. Ну, короче, попробуем. Я проэкспериментирую, посмотрю. Через месяц будет у меня болеть спина, не будет. Говорят, еще они помогают от варикозного расширения вен, чтобы кровь перетекала в головной мозг, чтобы внутренние органы снова вставали на свои места, то есть поправлялись, как бы поднимались. Кровеносная система улучшается. Все вообще просто великолепно. Панацея, спасает от всех недугов. Сейчас буду пробовать, что это за крюки для ног. Выживу ли я после них? Прикольно, теплые такие, мягкие. Блин, крюки я одну нормально одел, короче. А другой крюк вверх ногами. Фух, ну что, погнали. Пяткам больно, капец, вообще. Наверное, надо крюками все-таки спереди вешать. В коробке есть веревочка, наверное, с ней просто удобнее. Пока что единственное ощущение от этого, это прям страшно неудобно и немного страшно. Вот в этот момент, когда нужно отпустить руки и повиснуть, думаешь, что так на подсознании думаешь, что ноги соскочат. Вот, а как бы биться башкой об землю не очень-то хочется. Но вот эта вот веревочка, идущая в комплекте, так хоть немножечко помогает. Из эксперимента решил попробовать. Одним крюком назад, другим вперед. Не знаю, может будет удобнее, может наоборот нет. Говорят, что внутренние органы как бы встают на место, поднимаются из-за того, что ты висишь вниз головой. Мне кажется, я сейчас почувствовал, у меня что-то внутренние органы реально куда-то подвинулись. Не знаю, хорошо это или плохо, но такое ощущение, что вот что с этой стороны у нас? Печень. Печень куда-то явно двинулась. Вот. А насчет головы, я думал, насчет давления будет что-то прям шибать в голову. Вот, так как у меня немножко повышенное давление, ничего такого. Висишь нормально, вполне.
Ну, короче, я сегодня повисел первый раз. Первые ощущения у меня, значит, такие. Во-первых, не очень-то удобно. Ногам как-то, блин, больно. Непонятно, честно говоря, где должен быть этот крюк, спереди или сзади. Потому что еще так неудобно, что так. Еще потому что я вешу не на турнике, а у меня, ну, как бы, металлическая конструкция на навесе. Потому что турник у меня, блин, толстая очень труба. И мне кажется, что этот крюк, он как бы ее не обхватит полностью. Будет, во-первых, небезопасно. Ну и, не знаю, неудобно. Вот. А на конструкции тоже она там какие-то все вот эти вот фермы. И из-за них упираются ноги. Ну, не знаю. Возможно, на обычном турнике было бы удобнее. Но не факт. Неудобно ногам. И еще страшно. Страшно отпустить руки. Вот когда ты висишь, и на руках, и на ногах ты вроде бы зацепил крюки. Но, блин... Блин, очень страшно, ты висишь, у тебя как бы центр тяжести немножко, ну, неправильно расположен, и понимаешь, что когда ты отпустишь руки, тебе вот так вот начнет мотать, типа, и прям очень сыкотно, думаешь, блин, сейчас мотанешься вот так, типа, там ноги отпустят, упадут, долбанешься головой со всей дури об асфальт, там у меня плитка жестко, как бы, прям, не знаю, вот это вот подсознание с сознанием борется, я лично не смог себя пересилить, чтобы прям вот так вот взять, отпустить руки и повиснуть, вот, у них в комплекте с ботинками с этими идет такая веревочка, ну, типа, немножко хоть по ней можно более-менее аккуратно опуститься, вот я и воспользовался, получилось лучше. Вот. Ну, пока что висеть все равно страшно. Страшно, ногам не очень удобно. Вот. Хотя, единственное, чего я боялся реально, когда их покупал, то, что у меня немножко повышенное давление, и, типа, при опускании головой вниз все-таки там кровообращение меняется, типа, давление на голову, думаю, ну, вдруг что-нибудь там, я не знаю, сосуд какой-нибудь лопнет или еще что. Вот. В принципе, даже никаких негативных ощущений в голове вообще не было. То есть, блин, даже... Больше голова болела, когда я лежал на фитболе вниз головой. Не знаю почему. Вот. Так что буду, короче, висеть. Буду стараться висеть два раза в день. С утра на голодный желудок и после работы тоже, перед ужином. Ну, потому что, естественно, на полный желудок висеть вниз головой, это, ну, не очень хорошая идея.